Всем большой привет! Какое-то время меня не было на канале, может быть, кто-то это и заметил. Я уезжала на несколько дней, сейчас вернулась и хочу показать вам косметичку месяца, месяца июля. Но не совсем обычную косметичку, а скорее, наверное, дорожную покажу, потому что у меня был такой запрос. Девочки, которые узнали, что я уезжаю в гости на несколько дней, сказали, что сними тогда и косметичку в дорогу. Кое-что я в нее сейчас по приезду доложила, и получилась как бы и косметичка на месяц. Правда, у меня в этом месяце еще будет одна поездка, и, возможно, я тоже сниму, что я возьму с собой в дорогу. Там поездка уже будет надольше, еще и мы попадем на свадьбу, поэтому будет, наверное, что-то более яркое и такое позитивное. Косметичка, которая перед вами дорожная, мне ее недавно подарила Оксаночка Алексанова. Огромное тебе, Оксан, спасибо. Очень выручила меня эта косметичка. Она такая классная. Давайте я вам покажу, как она выглядит наполненная. Вот такие вот 4 отделения, которые так друг друга касаются. И когда ее открываешь, вот у нее тут крючочек, на который я ее подвешивала на гвоздик. Эта косметичка вот такая. Она от Mary Kay. И каждое отделение полностью, вот я сейчас шуршу, конечно, на камеру это очень громко и неприятно, полностью снимается. Ну и давайте я вам покажу, что же я взяла с собой. Я по-быстрому покажу уход и покажу то, что я взяла. Кстати, до сих пор даже не отклеила эти, ну, типа скотча. Быстро не получилось, как-то тут надо это постараться. Очень красивые вот эти вот. Как монетки прямо. Красиво. Ну, вот как они называются-то. Украшения вот эти. Смотрите, от Mary Kay, и вот так вот красиво смотрится. Так, взяла я с собой. Я не буду показывать. Ой, тут я что-то чем-то испачкала. Это, наверное, крем испачкал. Видите, выше? Немножко. Сейчас мы ваткой вытрем. Ай. Да, немножко крем вышел. Покажу, что же я взяла с собой. Я, во-первых, взяла сразу несколько пробников день-ночь. Но пользовалась вот этими, не пользовалась. Пользовалась вот от Clarins день и ночь. Вот ночной, кстати, чуть-чуть остался, а дневной закончился полностью. Очень мне понравились вот эти кремы. Отлично работают. Настолько приятный аромат косметический. Ну, прямо понравились. И несмотря на то, что сейчас 30 с лишним градусов жары, дневной себя вел хорошо на лице, на него хорошо ложилась тональная основа. Ну, а ночной, соответственно, был нежирный, и ночью спалось хорошо. То есть не было ощущения, что на тебе что-то жирное, неприятное. Отличные кремы, понравились. Была бы возможность, я бы, наверное, их приобрела себе даже. Но, по крайней мере, я оставлю вот эти вот пробнички, чтобы напомнить себе потом, что они мне понравились. Смывала макияж я от Oriflame. Вот это вот молочко для снятия макияжа. Да, очищающее молочко. Мне присылала его Мариночка Семенова. Мариш, спасибо огромное. Пользуюсь с удовольствием. Я его не только в дорогу брала. Это молочко, которым я вообще сейчас пользуюсь. Крем для рук взяла Вербена, он же у меня был и для ног. Понятно, что для ног он слишком слабоват, но у меня они беспроблемные, и достаточно было того, чтобы немножечко слегка увлажнить. Дезодорант тоже подарок, присылала мне его Леночка Никандрова. Спасибо, моя хорошая, вот тут осталось уже совсем чуть-чуть. Он скоро попадет в пустые баночки. В жару он справлялся, но если долго на жаре, то лучше снова мыться и обновлять. Ну и бальзам для губ был мое солнышко. Простой бальзам, но хорошо себя ведет и хорошо со своей задачей тоже справляется. Остались ватные диски. Брала я с собой реально по минимуму. Даже сейчас все это уберу, чтобы не мешало. Из ухода, ну, самое-самое тоже было необходимое. Так, следующее отделение я не буду показывать. Это было с украшениями, с заколками, с подвесками. И вот один аромат со мной был Эскада. И еще был один в пробнике. Маленький. My Way, как-то так он называется.
Ну, он тоже, наверное, в пустые баночки, может, попадет в этом месяце. Ну, в общем, вот такие два аромата были и разные украшения. На них сосредотачиваться не буду, потому что у меня был запрос, чтобы я показала свои украшения. Возможно, я в этом месяце этот запрос выполню. Ну и теперь давайте к косметике перейдем. Начнем издалека. С тональных основ, пудр и тому подобное. Первое, что мне попадается, буду в разнобой, девчонки, показывать, что первое попадется. Это от Lumene. От Lumene это крем с тональным эффектом. В нем SPF 15. Присылала Катюшка Путякова мне его. Мне он очень нравится. Правда, ощущение, что он бесконечный. Но классный, вот реально классный. Цвет хорошо, вот он на первый взгляд кажется темненький, но я сейчас загорела. Я в этой поездке много была на свежем воздухе. И загорела очень хорошо, поэтому для меня сейчас он подходит, он хорошо прямо. Даже когда я была не загорела, он также хорошо с кожей сливался и хорошо смотрелся. Дальше от Вербены, от Faberlic я взяла CC-крем. Он тоже с SPF только 10 уже идет. Этот крем у меня в прошлом летом на ура шел. Я его все лето и всю осень одним и им пользовалась. Вот так вот он смотрится. Сейчас распределю. Вот. Вообще идеально все. Единственное, что тот, что другой, они не перекрывают недостатки, но хорошо выравнивают тон кожи и подстраиваются под цвет кожи. Поэтому вот замечательные кремы. Ну и еще один крем, вот которым я пользовалась больше всего. Цвет песочный от Эвелин. Кто как хочет. У меня тестер. Мне так и продали этот тестер. Название вот такое у него. Ну, вот, как я сказала, цвет песочный. Тоже вот, на первый взгляд он казался темным. Но хорошо ложился и на крем дневной. И на него хорошо ложилась пудра. Вот, кстати, да, там вот, видите, вкрапление. И он от этого становился такой потемнее. Но сейчас, правда, крапинка-то обычно, одна такая крапинка размазывается на всю поверхность лица. А сейчас на руке так не получается. В общем, вот так. Все равно он сливается и хорошо себя ведет. На загорелое лицо было хорошо. То есть вообще отлично выручал. Все 3 дня я ходила с ним одним. А эти я доложила на месяц, потому что одного мне мало. В нем не было SPF, поэтому эти доложила. Основа под макияж все 3 дня у меня была вот эта от Faberlic. Тут ее осталось совсем чуть-чуть. Вообще она идет и для глаз, и, по-моему, для губ, и для лица. Мне очень нравится эта основа для лица. 62-17, уже не первый раз показываю, не хочется на ней долгое время останавливаться. Мне ее присылала Жануля. Я ей пользуюсь с огромным удовольствием, прямо чуть-чуть осталось. Она вот такая вот, силиконовая такая. Может быть, там и нет силиконов, но вот ощущение, что это силиконы, я плохо понимаю. Очень хороша для лица, но не подходит для глаз. Тени на ней пропадают, яркость теней уходит. Поэтому я доложила мою любимую от Pierre Rico основу для уже теней, для макияжа век. Классная вот эта основа, она бесконечная, она скорее испортится, чем закончится, потому что ее надо совсем чуть-чуть. Она красиво выравнивает века, благодаря тому, что у нее основа такая тональная. И на нее ложатся тени и остаются. То есть мне она очень нравится. Она достаточно дорогая, конечно, но отличная. Тоже присылала мне ее Жануля. И вот сколько я ей пользуюсь уже. И каждый раз благодарю Жанну, что она мне прислала такую прелесть. Сама бы я ее не попробовала. Благодаря Жанне получилось. Пудру я взяла от Faberlic. Триумф. Артикул. Давайте я вот так поближе покажу. Найдите артикул сами. Я каждый раз путаюсь. Не то 62-41. Ну, скорее всего, да. Не то вот в конце 11-90. Ну, вот каждый раз путаюсь. Поэтому
Ну и давайте посмотрим. Вот так выглядит пудра. Отличная пудра. На жаре она не матирует. Приходится матирующими салфетками пользоваться, которые у меня от Mary Kay и лежат в сумочке. Я ими постоянно пользуюсь. Мне тоже их присылали девчонки в подарок. К сожалению, уже не помню кто. Но я ими с огромным удовольствием пользуюсь. Вот эта пудра очень хорошо ложится на лицо, ее вообще незаметно. И если не дикая жара, то она хорошо себя ведет на лице, нравится. Влюбилась в румяна от Тиандэ. И почему-то в последнее время я готова их не выкладывать из косметички. Мне очень нравится, как они лежат на лице и как они оттеняют скулы. На первый взгляд темные, ими легко переборщить. Они такие, сейчас покажу. Вот, видите, можно переборщить. Но когда кистью, я обыкновенной вот такой кистью их разношу, они красиво-красиво ложатся. Очень нравится, прямо вот очень. У меня желтоватый подтон лица, если это важно. И вот эти вот румяна очень красиво. Так, что у меня тут еще осталось? Еще осталась тушь. Тушь мне Леночка Никандрова дарила. У меня еще одна такая есть от Джанули. Поэтому, когда закончится это, я буду пользоваться второй. Отличная тушь. С ней нет никаких проблем. Она хорошо и ложится, и хорошо реснички удлиняет, дает им объем. Ну, все, кто пользуется от Ифраше этой тушью, ни разу не слышала, чтобы кто-то ее поругал или о ней как-то не очень сказал. То есть нравится она. Так, что у меня тут осталось? Остались кисти и щипцы. Я думаю, это не так важно, не так интересно. Так, поэтому... Ну, еще сыворотка. Осталась сыворотка вот такая вот. Она идет с... Ну, я думаю, я о ней лучше в пустых баночках расскажу. Мне ее тоже дарили. Также Оксаночка Александрова, которая подарила мне и косметичку. Давайте я вот это еще покажу. Снова пошуршу, как положено. Это у нас уже обязательный ритуал шуршания. Еще одна тушь, которая мне попадается... Супер шок от Avon. Вы знаете, все думала, что раскрасится, но чего-то с этой тушью не то. Не то она у меня пришла подсохшая, не то что-то в ней изменилось. Но такое чувство, что ей до меня уже долго красились, что тут ее не хватает. Я, конечно, не теряю надежды, что она еще раскрасится, потому что супер шок обычно действительно вызывает шок и хорошие ресницы. Что-то у меня вот с этой как-то не складывается. Ну, может быть, она еще раскрасится. Может быть, мало времени она подсыхает. Не знаю почему, но обычно как-то с ней лучше дела обстоят, и ресницы действительно красивые. С этой что-то не так. Корректор. Корректор обожаю. Он от Max Factor. Надежда мне его дарила. У меня, как всегда, одни подарки в косметичке, как и в пустых баночках, потому что меня балуют девочки. Так, цвет давайте я покажу. Но я не раз уже показывала его. Айвори. Так, видно? Да, видно. Иногда девчонки меня ругают, говорят, у тебя не успевает сосредоточиться камера, а ты уже убираешь. Так, вот так он на первый взгляд светлый. Под глазками хорошо себя ведет. Но я сейчас накладываю уже он... Слишком светлым пятном ложится, потому что тональные средства были темнее. И теперь, наоборот, я выбеливаю, получается, обратный процесс делаю. Но классно, синички под глазами маскируют. И спасибо Надюшке, если смотришь, Надежда, спасибо тебе за него. Отличный корректор, хватает надолго. Ну, правда, я не каждый день им пользуюсь, но такой он какой-то долгоиграющий получается. Так, вижу еще одну тушь. И еще одну. Я их показывать, ну, быстро покажу. Потому что каждую косметичку они у меня мелькают. Первая от Oriflame, она незаканчиваемая какая-то. Постоянно ей, ну, часто ей пользуюсь. Она синяя, достаточно яркая. Это я сказала, не буду показывать. Смотрите, как много ее еще осталось. Она у меня больше полугода уже. И ничего не делается, отличная. А это не очень отличная, она суховатая, вот прямо ее скоро можно выкинуть будет. Она рассчитана на то, чтобы просто на черную тушь кончики ресниц окрашивать. Ну, что-то она мне не очень нравится, и я ей почти не пользуюсь. Поэтому этот месяц я еще попробую с ней поиграться. Если ничего не получится, то она уйдет в пустые баночки.
тени. Такие уже от Диваш у меня боевые тени. Я их купила год или полтора назад, год, наверное. Очень нравятся мне эти зеленые оттенки. Так, у нее цвет или оттенок. В общем, смотрите, какой у нее оттенок. Видно, наверное, да, вот номер 4, по крайней мере, тут в конце 6 грамм. Отличные тени, нравятся они мне. Вот тут вот сверху зеркальце. И давайте я вам покажу оттенки. Часто я ими пользуюсь, очень люблю вот этот розовый. Давайте поближе покажу, вот внизу розовый, очень красиво. Вот так они смотрятся на руке. Сейчас попробую их перенести. Достаточно яркие, очень яркие, красивые. Вот такие. На глазах нежно смотрятся, красиво, и глаза какие-то свеженькие с ними. Люблю эти тени. Действительно хорошие. Дальше. Стараюсь по-быстренькому, чтобы на 40 минут не растягивать. Следующие тени от Mary Kay. Так. Цвет у них. Так. Давайте вот так покажу. У меня девчонки часто, я показываю цвет, а у меня смотрят на срок годности. И потом комментарии, что вы будете делать, у вас срок годности заканчивается. Ну, я думаю, если у вас колбаса испортилась в холодильнике, каждый же находит, что с ней сделать, если срок годности закончился. Да? Ну, я думаю, я разберусь, если срок годности закончится, куда деть мне испортившиеся продукты. Вот. Так что не переживайте, если кто-то переживает. Посмотрите, какая красота. Отличные тени. Так как они мне нравятся, они мелькают у меня достаточно часто в косметичках месяца. Очень красивые. Прям я их люблю. У кого зеленые, зелено-карие глаза, темно-карие, вот, всем такие вот цвета очень подойдут. Они хорошо между собой сочетаются. Я, бывает, даже делаю верх, например, вот коричневый, вот с этим светлым соединяю. И вокруг глаза делаю такую небольшую стрелку, как бы, знаете, дымку вот этим зеленым. Это настолько красиво. Глаза, ощущение прям с поволокой. Отличная палетка. Вот у кого есть доступ к Mary Kay, обратите внимание, у них вообще вот эта вся серия, исключительные тени. Прям классные тени, рекомендую. Ну, давайте еще вот эту палетку от Faberlic покажу. Номер 5212. Не буду уж я ей светить, потому что она отсвечивает. Вот так она выглядит, опять светится, видите. Дарила мне ее Жануля. И сейчас покажу. Так, как мне сделать? Давайте я вот здесь вот где-нибудь сделаю. Наберу эти сводчи, чтобы... Сегодня я молодец, запаслась ватными дисками, поэтому успеваю смывать, а то бывает я так путаюсь. Так, а куда же мне их теперь нанести? Ну, давайте вот здесь. Тут у меня румяна же еще. Вот крайне немножко на румяна лег, но его видно. Тоже красивые, практически все сатиновые. Я люблю, что было сатиновые. С блесками тоже неплохо, конечно, но если выбирать, мне больше нравятся сатиновые. Они не сыпятся, блески никуда не осыпаются, потому что их там нет. И как бы нету такой опасности, чтобы выйти ходить там и блестеть сверху донизу. Вот. Отличные тени, тоже нравятся. Вообще тоже, опять же, хочу сказать, что у Faberlic вот эта вот линейка отличная, она прямо мне вся нравится. Из теней... Еще у меня есть вот такие от Mary Kay. Это мне Танюшка присылала. Татьяна из Тюмени, кто может помнит. Недавно была посылка. Цвет вот такой. И давайте вот так вот нарисую. Я пожирнее нарисую, потому что я их не просто стрелкой, я их заполняю прямо ими все верхнее веко порой. Очень красиво смотрится. Ну или стрелочкой. У них цвет такой, знаете, серый, голубой, куда-то фиолетовый уходящий. Вот настолько вот тоже
вон даже смотрите, в черный, какой-то в темно-коричневый уходит. Он как хамелеонистый такой, классный вообще тень, мне очень нравится. Пользуюсь прям с огромным удовольствием. Так, что у меня осталось? Осталась моя палетка для бровей, которую я вот неизменно люблю, нежной любовью от Avon. Все тот же цвет Soft Brown. Покажу по-быстрому, потому что я ее показываю вот каждый месяц в течение года. Она неубиваемая, каждый день я пользуюсь, она не заканчивается. Мне Катюшка Потякова прислала еще одну. Она новая, прямо вместе с воском. Но пока вот я все еще убиваю эту. А та меня ждет. Так, что у меня тут еще? А, ну вот еще, почему я сейчас воском не пользуюсь? Потому что та же самая Катюшка, привет тебе, Катюш, снова и снова, прислала мне вот такой гель для бровей от Art Visage. Класснючий гель. Если я не путаю, по-моему, Катюшка, ты мне прислала. Вот с такой щеточкой. Если путаю, простите, девчонки. Отличный гель, мне он очень-очень нравится. Я им пользуюсь. Сначала им, потом уже наношу тени, когда вот он подсохнет. Брови хорошо расчесывают. Он им придает форму, и они хорошо себя... Ай! Пошли падать. Хорошо себя ведут. Карандашики для глаз я выбрала два. Вот в таких оттенках. Как они выглядят? Я их уже не раз тоже показывала, поэтому покажу вот буквально быстро сводчи, чтобы время не тратить. Видно, один серый, другой в зеленый уходит. Ну, видно, да, отсвечивает. Один в серый, другой в зеленый. Очень красиво. Вот эти вот карандаши от Diamant. Опять же, меня часто поправляют, что не Diamant, а Diamond. По-английски, да, они, наверное, звучат правильно Diamond. Но сам Avon, сам в каталоге на русском языке написано карандаш Diamant. Поэтому, кто меня хочет еще разок поправить, ну, девчонки, там так написано, я так и говорю. Русский вариант Diamant. Поэтому пусть будет так. Еще карандаши у меня для губ. Не раз говорил, ну, показывала тоже их не раз. Так, один от Faberlic, я не знаю, его, по-моему, заменили. Тогда он был вот такой, 4207, но сейчас он в замене. И вот этот вот карандаш для губ, вот этой вот серии, то плохо видно, номер 70. Тоже я их сейчас быстренько так вот нарисую, покажу. Я ими заполняю полностью губы, мне нравится. Это я сейчас вот этот вам показываю. Смотрится матовой, красивой губной помадой. Немножко подсушивает. И от Faberlic. Но от Faberlic надо искать сейчас по свотчам. Они их заменили. Тоже прямо полностью на губы. Он уже поярче. Смотрится тоже матовой помадой. Мне нравится. Что этот нравится, что этот. Давайте еще раз я вам их покажу. Не знаю, видно, да? Тут написано, что в Германии сделан. Отличные карандаши. Так, дальше. Вот такой карандаш от Faberlic в номере 41095. Это уже помада. Ой, что-то у меня выкрученная. Вот так она смотрится. Глянцевый такой у нее отблеск. Красиво смотрится. Достаточно, конечно, яркая. Вот. Когда макияж у меня не очень яркий, то это помада у меня на губах. Вот эта помада, вы знаете, от Color Trend. Вот все. В ней единственный плюс – это ее цвет. Настолько мне понравился цвет. Так. Если не сразу фокусируется, тоже меня не ругайте, потому что я вырезать не буду эти мгновения, эти секунды. Это очень сложно вырезать на YouTube. Приходится рисовать кистью, потому что бесполезно ее пытаться как-то оттуда изъять. Ну, сейчас-то я пальчиком нарисую. Она у меня уже заканчивается. Очень нравится цвет, поэтому я ее терплю.
А так она выкручивается в одну сторону, никуда не закручивается. И вот когда кистью, еще ничего. Вот. Видите, вторая, нижняя, это она. Ну, реально смотрится красиво, на губах красиво. Ее, чтобы она не полосила, ничего, нужно, конечно, кистью просто разнести. И будет очень красиво. Вот, так что закончится, снова не куплю, но я ее вот везде ищу. Даже вот эту, когда я покупала, видите, они внешне немножко похожи. И я думала, что я нашла вот этот цвет снова и вот этот купила от Faberlic. Но оказалось, видите, у них разница какая в цвете. А мне вот уж больно вот это нравится по цвету. Вот найти бы ее где, я бы с удовольствием ей пользовалась. Недавнее приобретение от Oriflame. Так, я сейчас попробую показать цвет. Сейчас опять будет фокусироваться долго, да? Не знаю, не фокусируется, что ли? Вверх ногами лучше, да? Так, сейчас развернем. В общем, вот так она, такого цвета. Очень красивый оттенок. Сейчас дневной свет, никаких лампочек не включено, поэтому должно показывать все правильно, все как есть. Она не яркая. Вот она мне нравится под яркий макияж глаз. Вот когда глазки яркие и красивые, то вот эта помада ложится очень красиво. У нее глянцевый финиш, никаких блесточек, никакого перламутра. Вот. Очень понравилось. Довольна я осталась ей. Следующая тоже мне эту помаду присылала Надежда. Это от Maybelline. Ну, в общем, 173 оттенок вот эта вот помада. Она достаточно яркая для меня. Я ей пользуюсь нечасто. Немножко, может, на камеру кажется, она порозовее, но она нет, она такая. Вот даже видно, да, по нанесению, она достаточно ярко ложится. У меня пигмент губ почти белый, поэтому на мне она прямо чуть ли не красной смотрится. Вот на эту похоже, да, от Faberlic. Да, вот прям, даже давайте я рядом нарисую. Правда, вот, смотрите, очень похоже. Вот. Но хорошая помада, нравится. Ну и от Avon последняя помада Lux. Не знаю, уж фокусировать или нет. Что-то у меня сегодня... Ну, вообще, это ключевая фраза. Да? Что-то у меня не фокусируется. Вот такая роза. Вот так она смотрится. Вот она уходит немножко в рыжинку. Так, сейчас я где-нибудь вот здесь, чтобы было видно. Нанесу. Так, это бросим. Не знаю, как передает камера. Немножко мне тут не очень видно. Но чуть-чуть она уходит такая в морковку. Ну совсем каплю. Розово-морковное что-то такое. Мне вообще такие цвета не очень идут. Но иногда я пользуюсь, когда соответствующий макияж. В общем, вот такие вот у меня помады. Красные помады мне не идут, если честно. Ни разу в жизни я даже их не наносила на себя, потому что с моим пигментом губ это будет смотреться, как будто я там из какого-нибудь подвала вылезла. Вот не идет, вот бывает такое, что вот категорически не идет. Это вот про меня. Что я брала еще с собой? Вот в такой косметичке мне прислала ее тоже Татьяны из Тюмени, которая вот, она у меня там, правда, сейчас пустая, аптечку брала. Очень удобно. Вообще, я люблю, когда я в дорогу еду, чтобы у меня было много разных косметичек, все это брать с собой. Вот. На этом все. Вот такая вот у меня косметичка месяца. Надеюсь, вам было со мной интересно. Надеюсь, видео было полезно. И вы неплохо провели со мной время. Всем до новых встреч и всем пока!